Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Уберите микрофон, пожалуйста. The purpose of the program this evening is a small attempt to repay the kindness of His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Prabhupada in establishing Krishna consciousness around the world. Сегодняшняя программа — это очень маленькая и скромная попытка выразить благодарность за ту милость и необычайное благословение, которое сделал Шрила Прабхупада, установив общество сознания Кришны. Алло, алло. Хорошо, хорошо. Ага. Ага. Суроджин Кумар Прабхусвами. So as many of you probably all know, Srila Prabhupada went to the Western world at the elderly age of 70 years and single-handedly, without any money and without any real friends, he established Krishna consciousness. Возможно, вы знаете, что Шрила Прабхупада в преклонном возрасте, в возрасте около 70 лет, прибыл в западные страны и практически в одиночку, не имея денег, поддержки, друзей, основал духовное общество. 500 years ago, Lord Chaitanya Mahaprabhu predicted that the holy name of Krishna would be chanted all over the world. Еще 500 лет назад Господь Чайтанья Махапрабху предсказал, что святое имя будет, будут воспевать в каждом городе и деревне. And it was for nearly 500 years that people thought, well, this is just some poetry, this is not really true, it can't really happen. И все эти 500 лет люди думали, что, ну, наверное, это поэтическое сравнение, это некая метафора, то есть образное определение. Никто не мог даже представить себе в реальности подобного. However, Srila Prabhupada proved that the holy name could indeed be spread all over the world. Но Шрила Прабхупада доказал, что предсказание Господа Чайтаньи исполнилось в точности. Not only did he simply establish temples around the world, but he wrote very important books which describe the essence of the Vedic knowledge. Шрила Прабхупада не только основал храмы по всему миру, но и написал книги, в которых была заложена основа духовного знания. Шрила Прабхупада also introduced to us how to worship the deity, the forms of the Lord. Шрила Прабхупада также научил нас, как поклоняться Господу в форме божеств. He established all the different rules and regulations for the devotees. Шрила Прабхупада оставил конкретные правила и предписания жизни преданных. He told us how to have what kind of activities we should have every morning in our center and how we should also engage in activities in the evening. Шрила Прабхупада оставил образ жизни преданного, как ему следует жить с утра и до вечера, какой деятельностью заниматься, какие духовные аспекты служения выполнять. And he showed us how to celebrate important holy days, such as yesterday, Janmashtami, Krishna's birthday, and the festival on Sunday of Rath Yatra. И также Шрила Прабхупада обучил нас, как праздновать такие крупные духовные праздники, как, например, был вчера Джанмаштами, или такой праздник, который будет в следующее воскресенье, Радхаятра. So Srila Prabhupada established Krishna consciousness 48 years ago in New York in 1966, but then he left the world in 1977. Шрила Прабхупада основал духовное общество 49 лет назад, в 66 году общество ИСКОН было зарегистрировано, а сам он ушел из этого мира в 77 году. So in the absence of Srila Prabhupada, there may be a tendency among the members of the society to forget his contribution. После его ухода среди членов общества периодически возникали ситуации, когда вклад бесценный вклад Шрилы Прабхупады не оценивался по достоинству. And we may even think, oh, we need a new founder, Acharya. We need somebody else to take Prabhupada's place.
Иногда даже в умах преданных возникала мысль, что «О, нам нужен какой-то другой, новый основатель Ачарьи на место Шрилы Прабхупады». I hope nobody feels like that. Я очень надеюсь, что среди присутствующих никого нет с такими мыслями. So to make sure people don't feel like that, we nowadays, the members of the society, we all take part in a course which stresses the position of Srila Prabhupada. Сейчас, чтобы исключить подобные ситуации, проводятся различные курсы, в том числе курс, посвященный положению Шрилы Прабхупады. Beginning next year, it's going to be a necessary condition that before anyone can be initiated in Krishna consciousness, they first of all have to attend this course and understand very clearly the position of Srila Prabhupada and the important relationship which we all have with him. А со следующего года введено обязательное условие для всех преданных, которые хотят получить инициацию. Они должны пройти курс гуру-ученик, чтобы отчетливо понимать значение Шрилы Прабхупады, его беспрецедентное положение, а также четко знать свои взаимоотношения с ним. The body which governs is the Society for Krishna Consciousness, which is referred to as the GBC. They have declared that the purpose of initiation in ISKCON is to help us to establish a more clear and a more devotional relationship with Srila Prabhupada. Резолюция GBC или управляющего комитета ISKCON направлена на то, чтобы наши отношения со Шрилой Прабхупадой были наполнены большей преданностью и большим пониманием, большей прозрачностью, что они из себя представляют. Sometimes there's a tendency among devotees to give a lot of importance to the initiating spiritual master. Потому что зачастую среди преданных возникает тенденция делать акцент, делать больше акцент на отношениях со своим духовным учителем, который дал инициацию. We should understand all the initiating spiritual masters are simply servants of Srila Prabhupada. Но мы должны понимать, что все инициирующие духовные учителя являются слугами и представителями Шрилы Прабхупады. And their duty in accepting disciples, in giving initiation to people, is to help them, to help bring people closer to Srila Prabhupada and to the other members of the disciplic succession. И задача инициации и цель инициации и задача духовного учителя, который дает инициацию у нас в ИСККОН, заключается в том, чтобы приблизить ученика к Шриле Прабхупаде, сделать отношения Шрилы Прабхупады и ученика очень близкими, а также приблизить ученика к другим ачарьям нашей ученической преемственности. We're seeing more and more members come to Krishna consciousness. Мы видим, что больше и больше людей примыкают к движению сознания Кришны. And there are more and more spiritual masters giving initiation. Presently there's over 100 giving initiation around the world. И также появляется все больше и больше учителей, дающих инициацию. В настоящее время число таких учителей около 100. And sometimes the disciples like to give a lot of importance or to push the position of their spiritual master. И иногда ученики начинают продвигать или очень сильно возвышать положение своего духовного учителя, дающего инициацию. Sometimes devotees will say, "Oh, my spiritual master has done so wonderful. He's done such great preaching." But we should never glorify him over Srila Prabhupada. Часто ученик очень сильно прославляет своего духовного учителя, говоря о том, что он великий человек, он делает очень много, он совершает великую проповедь, но при этом мы не должны возвеличивать его сильнее, чем Шрилу Прабхупаду. We want to make the society not only bigger in numbers, but stronger also, that we're more united. Мы хотим видеть, что наше общество не только ширится по количеству, но также духовная сила этого общества укрепляется. Prabhupada spoke of the Krishna consciousness movement as being like a family. He said, a house in which the whole world could live. И также общество становится обобщенным, объединенным, поскольку Шрила Прабхупада сам говорил, что ИСККОН является одной семьей, или другими словами, это дом, в котором может жить весь мир.
We do have a tendency, however, to make groups. We get a group of our friends together and we become a little group. Within a big group, we make little groups. Но очень часто бывает, что мы внутри нашей одной большой группы начинаем делиться на маленькие группки. And sometimes it makes people, other people feel left out, or they feel that they're not a part, they're not allowed to take part in some activity. И это порождает иногда ощущение у некоторых, что я где-то в стороне, что я не принадлежу к какой-то группе, то есть нахожусь вне этих фракций. When this kind of thing happens, then our movement becomes divided. And when we become divided, our movement becomes weaker. И когда возникает такая ситуация, то общество становится более разобщенным. И когда оно становится более разобщенным, оно сильнее ослабляется. One stick, one piece of wood is easily broken, but many pieces of wood together is difficult to break. Один прутик очень легко сломать, но если прутики связаны воедино, то их очень трудно переломить. So, within our Krishna consciousness movement, we do have that tendency to make groups, and it makes our movement less powerful, less effective. Но тем не менее в нашем обществе возникают такие группки. И это делает общество более, менее сильным и, соответственно, менее эффективным. Sometimes when it comes to events like Vyasa Puja, we think, I want to make the biggest Vyasa Puja for my guru. Очень часто это заметно на праздновании Vyasa Puja, когда ученики стараются каждый как можно сильнее прославить на Vyasa Puja своего духовного учителя. So now there is a ruling within the Krishna consciousness movement that Srila Prabhupada's Vyasa Puja must be the biggest, the most glorious of all the Vyasa Pujas of the spiritual masters. Поэтому у нас в обществе принят закон, согласно которому Vyasa Puja Шрилы Прабхупады должна праздноваться пышнее и величественнее, чем Vyasa Puja других духовных учителей. Sanatana Goswami, one of the original disciples of Lord Chaitanya Mahaprabhu, quoted a verse from the Vedic scriptures, which says, "We should hide our guru." Один из первых учеников Шри Чайтаньи Махапрабху, Санатана Госвами, приводил цитату из священных писаний, которая означает «храните имя своего гуру в секрете». He said, hide your worshipable deity, don't show your deities to people, don't show your japa beads to people, and show off your guru to people. Полный смысл этой цитаты заключается в том, что необходимо хранить в секрете божество, необходимо хранить в секрете джапабидз, необходимо никому не показывать или хранить в секрете джапу и джапамалы четки и скрывать или хранить в секрете имя гуру. Sanatana Goswami was quoting this verse because he understood the nature of people that sometimes we like to make a show of being religious. Шрила Прабхупада приводил эту цитату, поскольку, Шрила Санатана Госвами приводил эту цитату, поскольку знал, что в будущем у людей появляется тенденция делать шоу из духовных аспектов, таких как гуру или остальные аспекты. The real one of course should have japa beads, and one should have a guru, one should worship the deity, but we shouldn't be proud of it, and we shouldn't just simply make a show to others. Следует иметь четки, следует поклоняться божествам, иметь гуру, но не следует этим гордиться или выставлять на показ. But we want to be a genuine follower of the spiritual master. Вместо этого необходимо быть настоящими последователями своего духовного учителя. Spiritual master does not want a publicity campaign to make himself well known. Духовный учитель не заинтересован в какой-то кампании, в какой-то рекламной кампании своего имени для того, чтобы стать всемирно известным. Rather, a spiritual master is pleased when the disciple is a sincere follower and follows the instruction. Напротив, духовный учитель более удовлетворен, если ученик просто следует строго наставлениям. So on this day of on this day of Vyasa Puja of Srila Prabhupada, the day in which he appeared in the world, it's an opportunity for all of us to dedicate ourselves to Srila Prabhupada's instructions.
И в день Вьясапуджи Шрилы Прабхупады у нас есть возможность сосредоточиться на искреннем следовании, посвящении себя выполнению наставлений Шрилы Прабхупады. And we want all the members to feel that they're connected to Srila Prabhupada. Тогда все члены общества будут чувствовать свою связь со Шрилой Прабхупадой. And one of the ways in which they can do that, in which they can feel connected to Prabhupada, is by speaking some words in glorification of Srila Prabhupada. И один из способов почувствовать свою связь со Шрилой Прабхупадой — это обратиться к нему с подношением в этот день, рассказать несколько слов благодарности. I had the opportunity to observe Vyasa Puja one time in London when Srila Prabhupada was personally present. Однажды у меня была возможность лично присутствовать на Вьясапуджи Шрилы Прабхупады в Лондоне, когда он еще физически был на планете. Шрила Прабхупада дал нам возможность говорить. И сегодня у всех нас также есть возможность выступить, сказать свои слова, свое понимание, отношение со Шрилой Прабхупадой и несколько слов о сознании Кришны. Харе Кришна. Харе Кришна. Шрила Прабхупада ки. Джай.